Более 116 тысяч рублей будет направлено на поддержку 206 представителей талантливой молодежи и 19 коллективов художественного творчества. Распоряжение накануне подписал Александр Лукашенко. Поощрениями фонда отмечены победители международных и республиканских творческих конкурсов и фестивалей. С января у каждого белоруса появится личный электронный кабинет. В нем можно будет получить доступ к более чем 100 услугам и пройти 50 административных процедур. Создаваться e-кабинеты будут на основании персональных данных из регистра населения на базе единого портала электронных услуг. Для этого понадобится паспорт, вид на жительство или удостоверение беженца. Использование личного электронного кабинета исключит бумажную волокиту, а главное – сэкономит время. В Беларуси определен перечень справок и документов, срок действия которых продлен на 6 месяцев. Список опубликован на национальном правовом интернет-портале. Продлен срок действия и некоторых документов, которые выдают медучреждения. Среди них медицинская справка о состоянии здоровья, акт обязательного периодического медосмотра и удостоверение инвалида. В Беларуси прошел международный конгресс нефрологов. В Минск приехали специалисты из Кыргызстана и Грузии, а врачи из Германии, США и Великобритании присоединились по видеосвязи. Белорусские медики – лидеры в СНГ по количеству операций по пересадке почки. Ежегодно в Беларуси проходит более 1500 таких операций. За помощью приезжают даже пациенты из США, Великобритании, Израиля и Японии. В Могилеве началась областная благотворительная акция «Чудеса на Рождество». По ее итогам более 50 ребят из трех центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации области получат новогодние подарки. Акция проходит в универмаге «Центральный». Здесь установили елку желаний, на которой разместили открытки с пожеланиями детей. Так каждый может исполнить мечту ребенка.